Латвия поддерживает продление санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сегодня заявил президент республики на встрече с Петром Порошенко, который прибыл в Латвию с официальным визитом. Президент назвал Латвийскую республику эффективным защитником позиции Украины в ЕС. В ответ Раймонд Свионис заверил, что Рига готова поделиться с Киевом опытом во внедрении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Также стороны призвали мир ужесточить санкции против России в случае ескалации. Сьогодні наш головний виклик – це є агресивна політика Російської Федерації. Російській агресії ми можемо протистояти, лише об'єднавши зусилля. Зусилля України і Латвії, зусилля України і Європейського Союзу, зусилля трансатлантичного партнерства.